А жители Нязепетровска на голосование идут вместе с детьми. После того, как взрослые сделают свой выбор, малышей приглашают посмотреть мультики на большом экране. Очень хорошо, что мы сейчас посмотрим мультик всей семьей. Это очень хорошая идея. Семья Калташовых в полном составе. Родители и двое детей. Еще и друзей с собой привели. Избирательный участок в Нязепетровске организован в Доме культуры. Здесь же проходят и кинопоказы. Запланировано 2 сеанса. В 12 часов дня мультик, а в 6 вечера фильм ужасов для тех, кто постарше. Посмотреть может каждый, кто уже отдал свой голос. На других участках города идут концерты, а также можно проверить свое здоровье. Медики ведут бесплатные консультации.